Привет подписчикам, зрителям моего канала. Ребят, приехал на тот же водоем, где мы с Ле ловили окушка, щучку. Рыбка вон играется, видать. Будем сегодня ловить на спиннинг. Посмотрим, не знаю, наверное, сразу попробую на отводной. Потому что в тот раз, когда были, начали пробовать на отводной, и начались хорошие поклевки. Ну все, пошлите на берег, да посмотрим, что вообще будет. Есть первая поклевка, ребят. Третий заброс. Кушарик хороший. Ух ты какой. Смотрите. Сразу поставил вчерашнюю приманку. Lucky John. Вчера уже в интернете поглядел. Можно заказать такие же формы. Так что буду лить скоро. Такие же. Видите, у нас она работает хорошо. Вот оттуда мы его выдернули. Давайте посмотрим, вдруг его стоит там. Тут у берега взял. Блин, сошел, по-моему. Не откусил. Откусил. О, видали, щука видно была. Пошлите менять. Поставил без поводка. Вчера Ле с поводком кидала, было хуже. Без поводка она кидала мою приманку. Откусила нафиг. Сделаем, ребят, сейчас отводной. Вчерашний Ле оторвал. Не знаю, на вытянутую руку вот так сделаю. Вот она, расстояние. Плетенка 6,8, видите? Разрыва. Взял намотать себе ее на катушку. Походу она у нас на поводке уйдет. На втором, ребят, тоже в конце петля. Берем вот такой вот грузик, не знаю сколько он грамм. Так, и что ж мы ему зацепим сюда? Давайте вот такую вот. Такую вот. Ребят, пробовал на отводной. Не получилось. Сейчас скажу, что сделал по-другому. Поменял грузик. Да тихо тебе уж. Поменял я грузик. Поставил 8 грамм. А стояло 22. И вот сразу поклевка. То есть приманка уже тише играет. Тише падает у нас. Ну, все равно не активен он сегодня. Что-то. Сейчас посмотрим, конечно, может, чуть попозже начнет играть. Вот он. Взял, ребят, прям возле берега. Уже на вымотке. Собирался выматывать приманку. И вот тут вот взял. Давайте поглядим, что тут друг его стоит. Прямо от берег. Смотрите, ребят, кормушку видали такую на Алиэкспресс? Закидывал, сейчас увидал. Полную. О, поводочек идет у нее тут. Вот так ракушка. Начала жить в ней. Что-то прошел я сейчас туда, к понтону. Он там занят. Так бы оттуда бы на отводной бы, я думаю, что-нибудь поймали.
Какой же кайф, ребят, ловить на свою приманку. Лаврушка моя, машинная масса сабокал. Только поставил ее, и тут под берегом взяла вот такая вот. Те уже не работают. Сработала чисто. Сейчас покажу. Вот она. Ля, сбила, зараза. Ничего страшного, у меня их куча. Вот такая вот. Сейчас полосну ее, покажу. Так, ну давай, детеныш. Хорошо, что она ничего не откусила. Я прям в панике только ее поставил. Ничего не работало, блин. Да, это кайф, конечно, свою приманку ловить. Это двойное удовольствие, ребят. Проводочку на ней, конечно, надо другую делать. Сейчас покажу, как я мыслю, какую проводку надо делать на ней. Потому что на эту приманку я никогда не рыбалил. У нас только виброхвосты. Есть у меня побольше. Можно будет и осенью попробовать. Вот так вот я. Оп. Как бы с подкидом. И с долгой проводкой. И тут у берега щучка взяла. Смотрите, ребят, работает, блин. Все, снял эту локиджоновскую. Поставил свою, вон, смотрите. С подкидом, пожалуйста. Небольшой кушарик есть. Понятно. Все понятно. Ну, ребят, поставил тоже свою приманку. Лавра другого цвета. Вот вам. Вот вам и окушок. Но видите, на эту, конечно, он поменьше какой-то. Маленький. Но главное, работает, главное, клюет. Главное, цены дешевые. Для подписчиков цены дешевые. И все равно клев не очень. Проходит где-то минут 20, вот окуня не вытаскивают. Сейчас мужики вроде с понтона собираются. Сейчас я, наверное, туда и пойду. Попробуем вначале так. А потом на отводной. Ну вот, ребят, смотрите. Вот этот цвет я знал, что будет работать именно по окуню. Той осенью хорошо работал. Тоже моя приманка. Это я делал янтарь. Бля, как в траве в какой-то брал, что ли. Неплохо так. Опа. Хороший окушок. Смотрите прям. Вот такой вот цвет приманочки. Что-то типа янтаря. Крупненький. Мне начинает, ребят, нравиться спиннинговая ловля. Надо себе понаделать. Вот хочу еще что-то типа натуралки сделать и посмотреть, как она будет работать. Спиннинг, ребят, Spartex у меня. Тест 3.16, по-моему, да, 3.16. Катушка, это я давно еще в начале канала вам показывал, с Японии заказывал их. Там они дешевле, ну и видно, что с Японии. Это у нас вот Шимана. Я сильно их не шарю, в этих катушках, это мне посоветовали. Я ее и взял.
Я думал, что эту приманку так разбирает, а она ловит. Надо просто к ней цвета подобрать. Еще зеленый хотел попробовать, сейчас, может, попозже попробуем. У меня есть она в зеленом цвете. Есть крупные с черной головой. Вот надо маленькие сделать такие с черной головой. Я думаю, они будут работать так же. Пожалуйста. Пожалуйста. Блин, что-то башню сбил, разорвал, что ли? Ну, нормально, окушок, правильно? Пишите в комментариях. Давайте поглядим, что он тут натворил. Разорвал башню, да? Хорошо, что это приманка двухсторонняя. Перевернул ее. Головоньку нашу натянул. И погнал дальше. Там прикольный окушок видно. Ах ты, сошел тут прям. Хороший был. Сразу, блин. Прям тут под берегом тоже взял. Ну ладно. Двойнички можно поставить, конечно, но приманок с грузами я тут оставлю. Хоть я их сам и делаю, но все равно жалко. Ты гляна, в ударе прям приманка у него тут. Прям понравилась она ему. Неплохо так. Какой-то побитый в сетях был, что ли. Ту-ду. Сейчас еще один был сход, уже не буду я вам показывать. Сходы эти. Ну прямо он в ударе от этой приманки. Окушара. Вот это да. Хороший. Смотрите какой. Размер радует прям. Красавчик. Ух ты. Опаньки. Ну, приманка разлетелась, ребят. Штук, наверное, 15 я уже поймал. Да не, поболее. Ну, пускай будет, ладно, 15. Ну, зацепы плюс мелочи дербанит. Ну, все, ну, я считаю, нормально. Lucky John также разлетается. Лью же, ребят, на продажу. Ну и себе вот кидаю, который, например, там что-нибудь у нее оторвалось, что-нибудь порвалось. То есть без лапок там. Они ловят тоже. Тоже вот всякие без лапок там. Чуть это не то, чуть то не то. Так скажем. Все равно не ловят. Ух ты! Или окунь хороший, или сучка небольшая. Окунь хороший. Все, друг. Хорош тебе. Приманку прям подбил. Ну ладно. Красавчик, да? Гуляй. Все, я понял, что окуню надо, какая приманка. Все понятно. Давайте поглядим, что он тут стоит, что ли. Место такое, конечно, неудобное. Оба, вот так. Деревяшки нормально будут.
Тут, мне кажется, и щучка может стоять. Ух ты, красота. Ну, взял там, в середине. Ух ты. Вот он, зараза. Офигеть, блин. Ладно, ветку закину, представляете? Вот зараза, я даже не ожидал. Я еще такой думаю, ребят, блин, может не выключать камеру? Как-то та щука клюнет. Вот так и получилось, блин. Прикольно. Не знаю, как это на видео будет выглядеть. Но вживую это было круто. Ух ты. Стоит это. Да и здесь небольшой. Небольшой. Хотя не нормальный, ребят. Такой окушочек. Не знаю, сколько я уж сегодня поймал. Мне сегодня рыба не нужна. Из-за этого отпускаю. Крупненький был. Иди, иди сюда. Ой. Ну, не сильно крупный, но бойкий. Такие вот одного размера он там стоит. О. Хорошие такие засранцы. Приманку щука прям подорвала. Морду оторвало. Кидаем такой уже полживой. Он все равно ловит. Ну все, ребят, закончил я рыбалочку нашу. Наловили окуней, наверное, штук 30-40, может быть так. Три щуки. Судака не было. Сегодня за попу не поймали судака. Вот такая вот у нас рыбалочка, просили вы давно на хищника. Ну вот видите, пока хищник у нас такой. Ждем осени, там уже будет и щука покрупнее, и судак. У нас только, ребят, осенью хищник ловится. Летом его вообще в другое время очень сложно поймать. Это вы где-то месяц видео не будете видеть. Я буду месяц ездить, один раз, наверное, поймается что-то и все. Ну, будет ловиться, ну мелочь. Опять же, я буду три рыбины показывать, вам будет это неинтересно. До этого ездил тоже 3-5 рыбин, ну это... И размеры маленькие, ладно бы размеры были нормальные. Так что вот такой вот видосик. Кому понравилось, ребят, ставим лайки. Всем пока. До встречи на следующей рыбалочке.